Вы же были ранены, контужены. Вам отдых нужен, покой. Ранен? Контужен? Хочу в рукопашную. Истреблять живую силу противника. И все-таки придется выполнить приказ. Тут хоть и сравнительно безопасно, но не менее ответственно, чем на фронте. Встать! Кстати, вас ожидает представитель чести. Познакомьтесь и примите хозяйство. Следующий! Рад познакомиться. Старший сержант Щепетильников, специалист по материальной части. Весь личный состав ждет с нетерпением. Верное вам спецподразделение особой противовоздушной зоны построим. Докладывает старший сержант Щепетильников. Здравствуйте, девушки. Здравствуйте, дяденька. Отставить. Здравствуйте, товарищи бойцы. Здравствуйте. Вольно. Вольно. Алмазова? Я! Богатырева? Я! Лялина? Я! Домбржевская? Я! Орешкина? Орешкина! Орешкина! Тут! Боец Орешкина, выйти из строя! Два наряда вне очереди. Встать в строй! Ей встать в строй! Вот об этот орешек сломал себе зубы. Наш прежний командир сбежал от нас на фронт. А между прочим, в цирке французской борьбой занимался. Могучий был человек. Ну вот что. Я в цирке не выступал, я сибиряк. А на медведя без ружья ходил. А на зайца бы тоже без ружья ходили? На кого? Товарищ лейтенант, разрешите вопрос. Разрешаю. Вы женаты? Нет.
вас разрешите? Ромясь! Смирно! Абсолютно правильный тон взяли. Иван, простите, как вас по батюшке? Родионович. Иван Родионович. С ними только так и ну. Возглавить строй. Есть! Налево! Бу! Направление боевой позиции шагом! Марш! Тут рядом живу, как раз мимо проходим. Разрешите отлучиться? Я догоню. Ну, захвачу кое-что, ну, как бы вам объяснить, принадлежности. Разговорчики в строю. Прежний командир обязательно отпустил бы. Благородный был человек. Орешкина? А, кстати, вам моя фамилия ничего не говорит? Странно. Очень известная фамилия во всей армии. Орешкина? Лучше отпустить бы меня. Просто советую. Запрещаю. Иначе по закону военного времени. Так я... Точка. Когда узнаете. Вот. Под трибунал. Зачем под трибунал? Да за это поощрять надо. Вы думаете, легко было? Ого, я ваш старшина. А где ваш командир? Сам должен получать. Ну, знаете. Наш командир боевой человек, настоящий фронтовик. Он в данный момент, поймите, занят. Занят подготовкой и воспитанием кадров боевых. Он меня послал. Они говорят нет, я говорю да. Они говорят нет, я говорю да. Как стоишь, как положено. Разговорчики. Могу помолчать. Еле уговорила. Девочки, халва! Встать в строй, после разберемся. Есть! А новые приказания будут? Нет. Это хорошо.
лейтенант, вы, наверное, не москвич, да? Ой, спасибо большое, зачем? Я бы и сама донесла. На фронт. Только на фронт. Хенкель. Совершенно справедливо, Хенкель. Нет, Юнкерс, 88. Нет, Хенкель. Нет, Юнкерс. Учить меня будете? Это только с просонья перепутать можно. С какого с просонья? Я и не спала ни минуточки. Почему? Ха, ваш мне очередной наряд отбывало. А все равно это Юнкерс, эко-невидаль. Они ж каждую ночь летают. Юнкерс, а Хенкель, Хенкель! Ну еще бы! Ха. Он паразит у меня в печенках сидит. На! Протрите глаза и никогда не перечьте командиру. А что толку? Как летали они через нас, так и будут летать. Смеются они над нашими колбасинами, что Хенкель, что Юнкерс. Пораженческие разговоры ведешь, Орешкина! А что? Ну? Сбили вы хоть один самолет, сбили! Забьем. Не с башни, а с вышки. Это он нас таким образом закаляет. Да? На парашютах. Раз, два, три. Мать честная. Какое нахальство! В ружье в плен возьмем! Оружие в казарме! Ну, чтоб вас с такими навоюешь! В ружье за мной! Орешкина, вперед! Стойте, стойте! Кто взял мою винтовку? Просто убить мало! Отчислить Орешкина из подразделения.
Приказ ясен. Отчислить! Куда? К Богу, к черту, к чертовой бабушке. Старший сержант Щепетильников. Почистить оружие надо. Пожалуйста. На фронт. Только на фронт. Где она? Ну, где-где? Спит, товарищ лейтенант. После ночного боя все накормлены, все как положено, все спят. Закончим войну, будем прическами заниматься. Приняли пищу, примите сон. Вольно. Лейтенант Грозных слушает. Здравствуйте, лейтенант. К вам на позицию выехал командующий. Поздравить личный состав с первым сбитым самолетом. Приготовьтесь к встрече. Едут! Расчет! Держи ранки, старый! Равняйся! Все в строю? Орешкины нет! Где Орешкина? Разрешите встать в строй! Разрешаю. Где Орешкина? Где Орешкина? Орешкина! Орешкина! Знай, товарищ лейтенант, когда скомандовали подъем, она удалилась. Вот в этом направлении. Положенное время, а теперь отсыпается, как в гамаке. Орешкина! Встать! Товарищ генерал! Не зацепились! Не зацепились! Сейчас поможем! Поможем! Орешкина! Орешкина! Назад! Ты куда? Орешкина! Лейтенант Иван Грозных. Здравствуйте,
Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Подожди, Орешкина! Дай разобраться в обстановке. Ага. Вернемся на землю. Пойдете под трибунал за грубое нарушение дисциплины и вывод из строя материальной части. Хорошо. Но учтите, под трибунал я пойду не одна. А еще тот, кто отпустил аэростат. В то время, как я здесь наблюдала, правда, в неположенном месте. Спала? Я? Ну, хорошо, спала. Да чего же я не везучий человек прям? Нет, вы очень везучий человек, Орешкин. Вот если бы мы сейчас были на земле, я бы вам показал, что такое невезучий человек. Я бы вас... Уф! Проверим, что у нас есть. Есть ракетница и одна ракета. Я предлагаю дать сигнал бедствия. Зачем? И так всем видно, как мы влипли. Ну-ну-ну-ну! Это материальная часть. Вы отвечать будете? Сознательное стало. Раньше надо было думать, Орешкина. Инструкции по боевому применению аэростатов заграждения типа АЗ-1. Чтобы поднять аэростат на заданную высоту, следует плавно отпустить тормоз лебедки. А вы это уже сделали, товарищ лейтенант. Вот если вместо ехидства у вас, Орешкина, была дисциплина, то мы бы сейчас не летели в голом пространстве, а, может быть, награду получали на земле за сбитый самолет. А я думаю, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Ну вы мне эту философию бросьте! А что я могу сделать? Руки уберите! Уберите руки! Руки, товарищ лейтенант! Ну куда я их дену? Знать ничего не хочу! Уберите их все! Даже пистолет из щистки не взял. Старшего сержанта Щепетильникова. Да, а я... бедная моя мама. Еще вчера она меня так обнимала. Как интересно, правда? Прям как фейерверк. Это фронт, Орешкина. Нас несет в тыл к врагу. Сейчас режет нас, расстреляет безоружных. Не склоняй головы, Орешкина. Встретим свою гибель стойко. Простите меня, товарищ лейтенант Иван Родионович. За все простите. Да чего там, смерть все спишет. Тебя звать-то как? Рая. Раиса. А можно мне вас на прощание назвать
Просто по имени. Ваня. Можно, Раиса? Валяй. Прощай, Ваня. Прощай, Ваня. Не поминай лихом! Почему он не стреляет? Издевается, помучить хочет. Одно слово – фашист. Он делает какие-то знаки! Плюнь на него! Нахал! Нет! Нет, я ему сейчас покажу! Не на такую напал! Я ему сейчас... Глаза бесстыжие! Молодец, Орешкина! Вернемся домой, представлю к награде. Спасибо, товарищ лейтенант. Разреши пожать твою мужественную руку. Сейчас. Ну и темнотища. А где земля? Там. Мы снижаемся? Да. О, трос натягивает. Зацепился. За что? Там будет видно. По тросу доберемся до земли. По тросу? Нет, не полезу. Нет. Сядешь мне на плечи и держитесь крепко. Понятно? Тебе что, неудобно, Орешкина? Ну что вы, это может быть вам неудобно. Ванюш, Отставить. Я ваш командир, и в любой обстановке обращайтесь как положено. Шуточки ли? Надо пробираться в лес. Попали в тыл к врагу. Будем действовать. Ай-яй-яй, я спать хочу. Слушай мою команду. Вот еще команду. Приказ командира – закон для подчиненного. Я в таком тоне вообще не намерена с вами разговаривать. Я хочу домой, в Москву. Орешкина! Затащили черт знает куда. Бедная моя мама. Еще вчера она меня так обнимала, своей рукой бутерброд маслом намазывала. Орешкина! Вот. Берите. Ешь сама. Берите. Вы должны меня еще домой доставить. Сейчас бы закурить. Но я не курящая. Надо продумать дальнейший план действий. Главное, не давать врагу покоя. Да. Где удастся, перережем коммуникации. Обнаружим военный объект. Уничтожим. Дадим врагу покоя, где бы он ни был. Не дадим. Я, пожалуй, в отдельный сток лягу, а то неудобно. Орешкина, вы понимаете, что говорите? А что? Кругом враг. Враг? Ну хорошо, тогда я лягу на этом краю, а вы на том. Mm.
Щекочет. Влипли. Ганс, у тебя есть сигареты и спички? Есть, а что? Наш обер-лейтенант сказал, у кого найду сигареты и спички, расстрел на месте. Спички и снаряды. Лучше не придумаешь, а? О, наш обер-лейтенант идет. Thank you.
Отдай спички! Партизаны? Угу. Нет, регулярная армия. Где фронт, бабуся? Фронт. В такой одежде не пройдете. Немец на всех дорогах. Иначе называть. Иван Родионович нельзя. Товарищ лейтенант, вообще погорим. Остается только одно, баба Ваня. Много себе позволяешь, Орешкина. Так это же я для конспирации, бабуля. Слушай, Орешкина. Да? При немцах называй как хочешь. Остались вдвоем. Что-что? Соблюдай субординацию. Слушаюсь, баба Ваня. Слушай, Орешкина. Это я для тренировки. Баба Ваня! Бородища-то какая! Вся наша конспирация летит! Точно, Орешкина. Не побреюсь, пропадем. Ивана Грозного. Зажигали лучину и... Сиди, Орешкина. Жди меня. Я без бритвы не вернусь. Только зеркальце разбилось. Подсобило бы, Орешкины. Орешкина, полегче. Спокойно. Как умею, так и брею.
Слушай, я так кровью и зайду. Ну? Где достали? А? Смекалка. Сейчас я вас такой красоткой сделаю, хоть сразу под венец. Ну ты это брось! Бою!
Сделала. Проскочим мост и все. Опять заглохло. Радуешься? Да что там? Вот он же берег. Я плавать не умею. Как не стыдно! Да тут даже ребенок перепрыгнуть может. Не умею. Плыви сама, Орешкина. Спасайся. Ну уж нет. Мы командиров в беде не бросаем. Вот. Как же так? Эй, тонем. Тонем. Орешкина, без паники! Товарищ лейтенант, держитесь! Под конец скажите! Подождите! Зачем вы к этому чертову пистолету? Но ведь вы же... Давайте не будем спорить! Нет, будем спорить! Хорошо, не будем спорить. Стойте. Вы мне все-таки скажите, зачем вы к этому чертову пистолету потянулись? Такой боевой командир и плавать не научился. В нашей местности реки не было. Бассейн надо было строить или за пруду? Мы за пруду, а ее вот весенним паводком. Чего-чего? Чего-чего? Какая-то непонятливая, Орешкина. Будем. Первым делом надо высохнуть. А потом? Потом. Дальнейший боевой план действий продумать. Ой, а я есть хочу, прямо умираю от голода. Thank you.
das Holzküche. So. So. Ab. Raus! Aber schnell, los! Raus, hol Holz, mach was du willst, los! Dabei, raus, los! Ich denke, der Zahlmeister mit dem Marketender war. Ich habe Ihnen etwas zu sagen. Streng geheim! Я должен сообщить вам нечто совершенно секретно. В автомобиле находится то, что так необходимо нашему фюреру для быстрой и окончательной победы. Прошу. Посмотрите сюда. В этих футлярах средство XZ. XZ. Порошок. Вызывает в солдатах ярость, желание драться и безграничную агрессию. Фауля, мальчик!
Nun, Schweinerei, zumachen! Thank you.
Раиса, что с тобой? Я ранена. Куда? Сейчас. Вот. Ну, знаешь, Орешкина. Перевяжи. Спасибо. Сдать оружие! Хандахух! Ну? Товарищ лейтенант! Вот! Все! Хандахух! Гитлер капут! И так далее. Что же ты делала на кухне? Я? А в таком тоне я вообще... Ложись! Ложись! Schauen Sie nach rückwärts.
Не стрелять, не стрелять. Замечательно, чудесно, свершилось. Я догадался, это новое секретное оружие, которое обещал нам фюрер. Внимание, мины! Мины! Все равно вперед! Лейтенанта Грозных Ивана Родионовича откомандировать из войск противовоздушной обороны на фронт. Учитывая сноровку и смекалку, проявленную вами в тылу противника, вы направляетесь в разведный эскадрон 1-го кавалерийского корпуса. Ну, теперь я им всем покажу. Спасибо, товарищ капитан. Кстати, вас ожидает представитель части. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Направлен для прохождения службы в действующую армию. За сноровку и смекалку, проявленную в тылу противника, зачислено в разведывательный эскадрон 1-го кавалерийского корпуса. Вместе служить будем. Прошу следовать в расположение части. Что, сердце? Нет. Это у него от радости. Еще бы. Такая встреча.